еще будут бонус. Сразу, поскольку ты значит 1000 рублей за донат, не бонус, было бы неплохо. Сразу, поскольку 1000 рублей донатишь, вот, пойдем включим. Вот, ну, правда, есть там еще один момент. Я застрял. Brother, I'm... Nori, I'm stuck. Да, блядь! Сучка дауна. Так, раз. Ну, кто меня трогает? Здравствуйте, ребяточки. Добро пожаловать на три ворота. Вот меня. И это не хватает. Вот оно чё, блядь. Вот оно. Ничего не делаю, сломалась штука, видите? Сломалась штука, видите? Видите, штуки одной не хватает. Видите, да? Вот это в центре. Видите, она сломалась там. Нет, короче, видишь, вот сбоку вот эта есть часть, а у той части нету. Блять. Лёша стримит, ребят. Лёша, пишу ему. Лёша, помнишь, я говорил, вот... А что Вов скачаю, вот. Готов к осудительным словам. Вот ты и попался. Так, в меня поплыл чел. Давай-ка я туда перелочу. Перелочу. Да иди нахер, что тебе надо, блядь, от меня? Нурев какой-то, блядь, этот, стяг пидор. Связала меня и ебет меня в жопу. Я все расскажу, блядь, я выванул. Нори меня связал и в жопу ебет. Истории нашей Родины фиксируются прорывы физических законов неясной природы. Неземная материя и чуждые существа вторглись в мирную жизнь советской страны. Всем привет, дорогие друзья! С вами Вилнус. Понедельничек! Вот как будто бы... Какие-то, как будто бы, ребята, вот знаете, как будто какие-то донаты, блядь. У нас на стриме есть или нет? Ну, Никит, у меня какая-то ситуация, я яйца трогаю, там что-то не то на яйцах, что-то не так. Никит, давай вот ты хоть мне ответишь на... Никит, трогаешь ты свои яйца, ты только два яйца чувствуешь. Или что-то есть рядом с этими яйцами. Знаешь, вот есть два вот этих вот овала. Два этих овала. И, блядь, вот это вот... Что-то там же есть, блядь. Вот. Что-то же там есть, блядь.
Вот, над ними. Или нет, не только там яйца эти. Да идите нахуй своим врачом! Просто потрогайте яйца, блядь, и скажите мне, есть у вас что-то рядом или нет. Эклэйв, потрогай свои яйца. У тебя что-то над яйцами есть? Ну почему вы смеетесь надо мной? У меня что-то над яйцами, блядь. Кто-нибудь трогайте свои яйца и рассказывайте ощущения. Там хуйня. Да, блядь, Антон! Ну смотри, рассказывай тебе, гайд. Машонка, блядь. Сперматозоиды производятся в яичках, а яички лежат в машонке. И два яичка. И вот что-то чуть выше яичек, какое-то что-то есть. Если ничего нет, значит у меня рак яиц, блядь. Если ни у кого ничего нет, то у меня рак яиц, блядь. Мне пизда. Проверяйте, блядь, яйца, блядь. Быстро проверяйте яйца. Все на стриме трогаем яйца. Проверяем яйца. Да, Антон, что значит сходи к врачу? Я к врачу зачем ходить мне, когда вы у меня есть? Вы тут, блядь, значит, тренер, когда надо. Когда, диетологи, блядь, когда надо. Мастера техники поднимания бицепса и правильных приседаний, да? А, сука, про яйца вас спросишь, так хуй, чё, блядь, потрогаете себе там? Да я не пойду к врачу, чтобы мне в залупу засовывали ёршик! Отстань от меня, 100 кило! Я не буду засовывать в залупу себе ёршик! Я не пойду к врачу! Я пойду к врачу, когда у меня хуй, блядь, синего цвета станет, блядь, и яйца, и я почувствую, что они уже гниют. Вот тогда я и схожу, блядь. В остальных обстоятельствах я не буду никуда ходить. Я настоящий мужчина, я не хожу никуда к врачам. У меня даже яиц нет, только сейчас заметил. Потрогал я... Забыл, Никита, написать, что потрогал яйца, понюхал, получил невероятное ощущение. Вот это самое важное, вы забыли написать, Никита и Антон. Мне надо какой-то промежуток времени найти, я не знаю какой. Вот. Как знаете, как говорят, ну, никогда не бывает вовремя вообще. То есть, ну, мне бы надо найти такой промежуток времени... Когда я мог спокойно сказать вам, ребята, меня не будет пару месяцев. И вы такие. Ебал, вована, 429, представили в этот момент? Что? Не, что это? Я думал, у меня табличка пропала донатная, а там мое кресло было! Мне, блядь, и Дарлингин пишет, говорит, вот знаешь, Ром, заметил, что ты как-то вот, блядь, не хочешь явно стримить, и вот тебе как-то вот прям сразу видно, что уже становится похуй. Как на стримы, так и на аудиторию. Я сижу от этого сообщения. Вот. Хоть я и не часто смотрю, но... Я не знаю, вот как так совпало. Это либо... Вот... Либо... Либо из-за этого сообщения мне похуевило так, что вот мне прям пиздец как хуёво. И неприятно. Либо просто совпало из-за миллиарда дождей и так далее. Ёбаный в рот! Вот это выбор, блядь! Ключей. Ну почему самый долгий пи***ский ключ для пи***, блядь? Просто пи***. Идем в 16 ульдоман. Неожиданно? Ну а что вам делать? Слышь, все в темпе, конечно. Рома, на яичницу. В смысле, какую яичницу? На яичницу. Спасибо за донат, блядь! Это фейк донат. Но... Тебе просто не могут столько донать. А вот это вот, да, они больно бьют. Ну, это ничего страшного, ну, бывает. Зря встал, не вставай. Зря встал, спасибо большое. Когда мобы уже, кукуся, почти убиты, не вставай. Ксион, спасибо тебе огромное за поддержку. Ну, знаете, в один раз, можно еще раз. И 1100. Ой. Ой. И 1100. Было бы неплохо. Так, а где у нас танк? О, боже, блядь! А вот и танк! У меня тачка с 5 копеек пишет кукуся, блядь, когда мы хоть совсем хуже. Нет. Блядь! Я вот ебал ездить куда-то ехать. Вот если я мог бы
вот так вот телепортироваться. Опа, богам, опа, меня в рот ебал Тайвань, мужик, опа. Вот это интересная была бы жизнь. Ну, вот это, знаешь, такой, сейчас поедем в отпуск, это охуенно, и ты просто... В зависимости от количества денег, созависимое количество времени. Короче, я говорю, я, короче, придумал, знаешь, какую идею? Запускаю стрим где-то в 12.55, через 2-3 минуты у меня падает трансляция, типа лаги какие-то, непонятно, почему падает трансляция. Потом я перезапускаю, стримлю до 14, и никто не узнает, что я стримил на самом деле всего час, а не два. Вот, потому что я говорю, ну там что-то залагало, поэтому, типа, времени стрима мало, потому что, ну, посередине стрима офнулось что-то, и пошло и никто никогда не узнает, что я стримлю меньше, чем обычно. У нас тут изменения неожиданно предвиделись, чтобы вы понимали, да? Теперь смешных подборок больше не будет. Смотрите, ребяточки, на моей кружке, как вы видите, да, на моей кружке есть разнообразные круги, видите, да? Разные вот эти вот круги у меня на кружке, фактически они показывают, знаете, на деревьях есть кольца, они показывают, сколько дереву лет. А у меня показано, сколько раз я не помыл кружку после того, как пил кофе. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Вот мне кажется, знаете, вот если бы условно я бы стримил с кем-то когда-либо в Дискорде, то отличным человеком для того, чтобы стримить в Дискорде со мной вместе, это был бы Шипулик. Шипулик. Он слишком интересный человек и слишком интересную хуйню рассказывает, вот. Да. Это просто прекрасно. Радио не хочет записывать. Скину в телегу. И это счастье, Егорка. Спасибо большое за донат. Вот такой часть. И какой-то негатив. И это именно твой счастье меня! И это счастье! Вот, блядь! Невероятное ощущение, как Жоля пылесосит неебическим образом. Запустил эту трансляцию в надежде на... На невероятные ощущения. Hi, how I'm fine. Thank you. What about you? Hello, my English viewers. Today we're playing World of Warcraft and playing the mythical keys and going to fuck my ass and chatting with chat with my auditoria blood and looks like we have some fun right now. Здравствуйте, мой хороший мальчик. Начинаю неебический рассказ. Однажды маленький-маленький Вилноу где-то еще с конца мая зарекся, что будет заниматься спортом на стриме за донаты, да? И начал заниматься спортом за донаты. Получается, я уже практически полгода жестко отжимаюсь, делаю бицепс и приседания. А также держусь очень интересной правильной диеты, которая основана по большей степени на интервальном голодании и правильном БЖУ без какого-либо переизбытка и без перекусов, а именно парочка приемов пищи после стримов. И вот уже с того самого момента я с 97 килограмм опустился до 84 и стал самым красивым в мире мальчиком на планете Земля. Ебать, мои бицепсы, увидел, блядь? Я уже не человек! Ебанутый, блядь, я убиваю людей, блядь, посмотри, какие они сочные, блядь, похудевшие, видно только руки, блядь, я уже... Вот,
Тут задают вопрос, можно ли тебя переднадить, вот, забрать твой аукцион, сегодня это произойдет. Если ты не поспешишь, то тебе ахтунг, блядь, алярм, алярм, ахтунг, яволь! Звуки, кто-то летит! Орда на месте! Опа, Егорка, блядь! Мяу-мяу-мяу-мяу-мяу-мяу! Егорка, как дела? У тебя такой хороший! Такой не-не-не-не-не-не! Егорка! Аларм! 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 На берегу! На берегу неба! Твоего! Иди встречай. Вечером будет топ-контент. По-любому. Так, ладно, все. Спасибо за стрим. Вечерком увидимся. Еще, наверное, что-то предстоит мне сделать. Например, поиграть в Хардстоун. Вот. Ладно, там вещи надо постирать. Высушить постиранные. И, соответственно, что? Ну, буду очевидно, что? С феном стоять тогда. Сушить. Вот, повешу на вешалку их и... Пойду поем суп, и вечерком увидимся. Вечерком, видимо, топ-контент адский будет какой-то. Да я понял, адмирал. Я понял тебя, адмирал. Я шучу. Адмирал, рал-рал-рал-рал. Жуа.